Очередной выпускной акт Воронежской духовной семинарии состоялся в Благовещенском кафедральном соборе столицы Черноземья. Служение божественной литургии и благодарственного молебна по случаю выпуска студентов духовного учреждения возглавил глава Воронежской митрополии. Сослужили митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию преподаватели и выпускники Воронежской духовной семинарии в священном сане. Литургию, за которой молились студенты и преподаватели всех отделений духовного заведения, торжественным пением украсили два хора семинарии. После богослужения, по традиции, в зале собраний Благовещенского кафедрального собора состоялась торжественная актовая часть, посвященная окончанию очередного года обучения. С отеческим наставлением к участникам выпускного акта обратился митрополит Сергий. Владыка поздравил выпускников с долгожданным окончанием духовной школы и призвал быть достойными высокого звания служителей церкви. Я сердечно вас всех поздравляю, желаю вам Божьего благословения, чтобы Господь устроил все так, чтобы вы были очень мудрыми, очень добрыми и очень замечательными людьми, которым бы гордилась наша Воронежская земля и, в первую очередь, наша Воронежская духовная школа. Я благодарю отца Романа и всех профессоров, доцентов, преподавателей, которые потрудились над тем, чтобы дать вам как можно больше, что не только дать вам свод знаний, но и заложить основу к духовному труду и показать путь воспитания и созидания личности. Каждый из вас уникален, каждый из вас неповторим. И внешне, и особенно внутренне. И дай Бог, чтобы каждый из вас приумножил тот талант, которым каждого наградил Господь. С Богом, доброго пути, храни вас Господь.